И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то Серега и Голден. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Ребята, сегодня будем мы смотреть классных зомби, и называется рубрика «Какой зомби самый крутой?». Это очень большой пак, здесь очень крутые зомби. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем смотреть зомбаков. Огненный. Бурзник. Кстати, очень прикольно, смотри, бежит и горит. А что, их два, что ли? А, ты тоже поставил? Ну пусть будет. Так, что они делают? Они просто бегают. Они могут поджечь нас? Давай проверим. О, два горят. Да, могут. И ты в зомби превращаешься. А, нет, я думал, ты тоже в такого же превращаешься. Кстати, прикольно, будем их использовать на запись. Поэтому я добавлю в коллекцию. Так, ну что, давай, короче, следующих посмотрим. Давай их завалим. А ну иди сюда, слышишь, ты говно. Ай, блин, зря он это сделал. Я буду мстить. Я, моя тактика, подходишь, бьешь, отходишь. Понял. Отлично. Так, следующий, корабль из фаз зомби. Вот он, это псих. Это просто психованный зомби, который мочит другого зомби. А, ну это стандартный зомби. Да. Зомби, как Half-Life-овский. Правда, без хэдкраба на голове. Мочим его. Он правда, более живучий. Так, да. Следующий у нас... Краблес... Писюнчи Пайсон. Ядовитый зомби. Так, следующий у нас идет... Вот. Крабли-зомби. Это другой какой-то вообще. Это самый обычный, да, походу? Да, скорее всего, даже видно, как обычный хаплайбовский. Ой, извини, кто-то. Так, поудаляем трупейшины. Следующий у нас краблый зомби Торсо. А, просто это... торсовый. Ребята, там будут реально очень дальше крутые зомби, так что ждите. Надеюсь, вам понравится, поддержите лайкосиком, подпишитесь на классный канал Димас ТВ. Это у нас следующий зомби. Крабли зомбайн. Так, знаем крабли Софта Кикс. Ой, блин, я только сейчас увидел, что у него там пикает. Драги. Ой, прикольно, как он вообще перемещается? Он левит. Да это незаконно, это как-то странно очень. Он на одной ноге. Это как используется какая-то магия, что ли? Пойдет. Так, ребят, давайте немножко от первого лица поиграем. Так, это у нас следующий идет. Фаз-зомби. Бегите, пацаны. Ох ты жопа. Моментально убил меня, просто вообще психи какие-то. Косожопый. Так, ребята, вы же напишите потом в комментариях, какой зомби больше всех вам понравится. Ты чё такой бешеный? Отвали от меня. Эй! Убили. Удаляем этих чудиков. Так, фаз зомби 3, это еще что ли быстрее? Скорее. Ого! Нифига себе, это псих какой-то. Это снорк, Димас. Это вообще бешеный был. Ха-ха, прикольно он отлетел. Мне нравится. Так, следующий вот кто у нас. Фаз зомби 4. Да, пойдет. Фаз зомби 5. Давай. Косожопый. Он прыгает на большое расстояние, так что это выгодно. Так, фаз зомби 5. А, уже был. Фаз, а, мини-зомби-босс. Воу, прикольно, смотрите. А сколько уж у него жизни, что это мини-боссик такой? Так, мочим этого говно. Так, какой ты босс? Рандомный фаз зомби, не надо. А, рандом-зомби, рандом-зомби. Зомби-слоу-зомби. Один. Какой звук он конченый издает? Бу, давай. Это не с Майнкрафта звук? Нет. Чего вы его не валите? А, ну все, я понял. Это было наизично очень. Slow Zombie 10. Ты че рычишь на меня? Ну такой себе прикольный. Ого, он еще замахивается. Он очень медленный был. Slow Zombie 12. Это что, еще медленнее? Ого, он рычит там на нас. Можно, короче, нам, ребята, знаете, что в следующих сериях сделать? Зомби-апокалипсис, разных-разных наставить в городе. И без оружия добраться куда-то. Undead Stalker. Или знаешь, что, Серега, можно использовать там, допустим, мачете или только кувалду. Сделаем Dying Light себе, короче. В Гаррис Моде можно все делать. Ого, вот такой маленький. Димас, давай посмотрим кого-то зомби-халка. Не, давай дойдем до него, все по порядку. Ого. Это у нас третий зомби.
Это четвертый зомби. А это может только скин меняется у них? Ну да. Да, это просто скин. Понял, давайте, ребята, уже всех посмотрим. Мы уже делаем зомби. Чего тянуть в следующей серии? О, а это что? Это новый какой-то, смотрите. Отвали от меня. Вот к нему иди, иди к нему. Иди, во, правильно, переключайся. Вообще наизично. Зомби-босс. Давай, ставь его. Он призывает еще двоих. Зомби-босс вызывает двух мини-мини-босс. Да, прикольно. И так получилось, что еще получилось. Пару зомби появил. Позвал своих кентов. Ха-ха-ха, прикольный. Мне этот покамец больше всех нравится. У них так... откуда взялись? Не знаю. А, надо его убить, Димас, он зомби привык. А, пока мы не убьем босса, эти не будут пропадать. Да, да, где он? Пацаны, мочим боссов. Чё ж ты такой вредный? О, во! Отлично. Пойдет, у нас война. А, патронов нету. Так, пока ты дойдешь, чувак, я возьму админский пистолет. Случайно. Ого. О, я, блин, хотел трупы попинать. По своим огонь. Танцует брейк. Ладно, давайте дальше. Я увлекся трупы пинать. Зомби Халк. Давай. Пойдет. Посмотри, как он ходит. И так получилось, что много зомби Халка появилось на карте. Случайно. Так, пока мне это тоже зомби нравится. Нифига себе, они мочат, Димас. Чего? Вроде же слабо. Так, ребята, мое дело скрыться как-нибудь. Просто бежим. Так, сейчас, знаете, что, наверное, шарами будем фигачить их. Пошел. Так, а ну давай. Ой, блин, да что, вот, поле, знаешь, и стреляешь рандомно и попадаешь в Серегу, вот как? Испорть настроение. А ну иди сюда. А, он переключился, он не хочет ко мне идти уже. Че, сышь, что ли? Так, 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 идет, а я спрыгну резко вот сюда вниз. Так, он не знает, как ко мне пройти. Давайте, ребята, оружку посерьезнее возьмем. Все-таки решился, да, смелости набрался. Серега, ну чё, сколько у них жизни, как ты думаешь? А, ну где-то больше 1000 точно есть. Да, там мне кажется даже больше, а вот. Ах ты жопа, пришел! Позвал брата все-таки и замочил меня. Ну, вот моя зеленая аннигиляторная пушка, ну, спокойно. О, монетка! Иди сюда. Только по мне не попади. Хорошо. Ой, он исчез, что ли? А где все? А вон они, еще два осталось. Я завалил. Ах, вы жлобы. Нифига себе, тут эффектный взрыв был. Серега, давай в конце сделаем эпический эпик. Смотрите, мы, ребята, обнуляем карту. Серега, бери мощную бомбу. Окей, сейчас поставлю ее. Только никому не трогать, а то в бану летят. Может, не этих? А, пусть горящие будут, что мне нравится. О, пойдет, давай, Серега, жахай. Сейчас будет, подождите, я еще сейчас. Они могут ее активировать огнем? Нет. Блин, было бы прикольно. Готов. Давай быстрее, они к нам бегут уже. Я улетаю. Прощайте. Открывайся, давай. Ха-ха-ха, она просралась, Серега. Ого! Я такого не ожидал. Это сильно жестко. Ого, я их наставил. Пацаны, ну что, нормально? Пойдет? It's fine. It's okay. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!